силами коммунального предприятия продолжаются работы по ремонту крови. Погода нам уже позволяет. Мы начали выполнять даже ремонты мягких кровель. Выполняем работы там, где прилетают снаряды, где образовываются воронки. Делаем как и временную кровли, так и более постоянные, более правильные. В некоторых местах удается начинать уже капитальные ремонты для того, чтобы сделать их более капитальным. На сегодняшний день мы выполнили уже порядка 350 кровель, 50 кровель сейчас в работе. Не везде получается сделать капитально, но мы находим какие-то решения для того, чтобы обеспечить наших жителей покрытием.